Всем привет! Меня зовут Оксана, мне 46 лет, и за 15 месяцев я похудела на 60 килограмм. Из веса 122 в вес 62 килограмма. С 64 размера сейчас ношу 42-44. У меня сейчас началась вторая стадия, это стабилизация веса. Если это кому-то интересно, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о моих видео. И ставьте лайки, если видео нравится. Посмотрите, что у нас творится. Передает камера или нет? Опять стоит дым. Дышать нечем. Как-то так. Когда закончатся эти пожары уже. И хорошего дня, не знаю, слышно меня нет, и трещит такой. Вот такая вот у нас опять беда. Пожар никак не кончится. Посмотрите, вообще, видимо, ветер идет от пожара, и весь город просто как в тумане, в дыму все. Ужас. Люди спешат на работу. Как у вас погода? У нас сегодня прохладно, жары не обещают. Так что отдыхаем от жары пару дней, спад температуры идет, а дальше снова по 30, за 30. Я, как всегда, топаю на работу с этой же дорожкой. Кто постоянно смотрит видео, тому она уже знакома. Я, как всегда, топаю на работу. Сегодня у нас МЧС прислала СМС, что ожидается ураган, сумасшедший ветер, дождь и град. Не знаю, насколько это сбудется, потому что МЧС часто такое посылает, но ничего не сходится. В приложении прогноз погоды, просто похолодание. Вот, посмотрим, как оно будет. Ну, как пахнет дымом. Муж дома, все окна сейчас закрывает в срочном порядке. Я на работе тоже ничего открывать не буду. Иначе к вечеру голова лопнет. Так хорошо, прям свежий такой воздух. После жарких дней прям вообще приятно. Приятная прохлада. Встретимся с вами на работе. Утро, как обычно, начинается не с кофе. Утро начинается с горяченькой воды. Мой завтрак. Такая мисочка окрошки. Взяла мисочку, а не тарелочку. Культурную, потому что люблю жиденькую, чтобы водички побольше сделать. Всем приятного аппетита, кто кушает. Пойдемте сходим на крылечко с вами. Посмотрим, что за погода. Пока ничего не меняется. Облака, облака. Ох, вышла, слушайте, из магазина аж глаза. Аж глазам больно смотреть, как солнечно. Опять пришла смс-ка от МЧС, что после обеда намечается град, дождь и все такое. Неужели правда? Ох, какая зелень, да? Никак не налюбуюсь. Такая долгая у нас зима, что потом вот это вот лето промелькивает прям вообще в один момент. От этой зелени прям сходишь с ума, до чего приятно глазам. Ветерок прохладный, вот в тенечке прям хорошо прохладно. Солнышко, конечно, палит. Но температура сегодня, конечно, не под 30, наверное, градусов 25 максимум. Посмотрим, что будет дальше. Если пойдет дождик, я вам покажу. Обедаю. Время у меня без 22. В общем, я взяла это яичко в форму. Два яйца разбила. Это одно из них. Дальше сделала порцию хлебцов с овсянкой. Отрубные хлебцы. Там их получилось формы. Три формочки. Вот два я здесь положила. Потом у меня было 200 грамм филе бедра куриного. Я его запекла. Это половинка. И было 300 грамм овощей,
Здесь тоже половина овощей. То есть у меня еще одна такая порция будет только без одного хлебца. Обедаю. У меня вторая порция моих овощей, мяса. Как ее там? Господи, хлебец с овсянкой, яичко. Кушаю. У меня кружечка кофе. Только что сварила. Там 60 миллилитров молочка. Время у меня 6 часов. Час до окончания рабочего дня. Сейчас сходим с вами, посмотрим, что на улице, где обещанный град. Идем, идем, идем. Ну что, по-прежнему сухо, слава богу. Небо вот такое. Может быть, местами где-то что-то и есть. Но у нас пока тишина. Ну, ветер сумасшедший. Смотрите, как двигаются облака быстро. Видно, да? Очень-очень быстро. Ну все, подключись к вам позже. Думаю, что с собаками мы все-таки хорошо погуляем. Главное, чтобы не было дождя. Девочки, сегодня меня угощали. Ходила в гости в салон к своей знакомой. Она меня угощала шоколадом ручной работы. То есть там с топинамбуром, без сахара имеется в виду. В общем, все натуральное. Она сама делает его. И 20 грамм, в общем, шоколада я съела. Дальше пришла домой, я ела еще окрошку. И последний мой ужин. Здесь морская капуста, которую я сама запаривала кипятком. Промывала, в общем. Ну, и здесь 30 грамм сметанки в капусте. И пересушила, блин, филе бедра куриного 110 грамм. Это мой последний прием пищи. С собаками мы сегодня погуляли, но недолго. Очень холодный, очень сильный ветер. Лицо было прямо в пыли, в песке. Вот представьте, такая была прогулка. Видео сегодня коротенькое, потому что на улице снимать было невозможно из-за ветра. Вот, вечером у нас дети были в гостях. Вот так вот денечек прошел. Спасибо большое за просмотр. Всем всего доброго и самого наилучшего. И пока-пока.